Всем привет! Меня зовут Сергей Смоляков, и я являюсь ведущим специалистом в России и СНГ по исправлению положения первого шейного позвонка. Сегодня тема нашего ролика – это хроническая усталость. Возможно, кто-то из вас чувствовал на работе или днем, да, в течение там жизни, что вы все время хотите спать, нету энергии, нету желания действовать и так далее, и так далее. Вы вспоминаете то время, когда вы были ребенком, и то количество энергии, да, и понимаете, что сейчас стало как-то не так. Давайте разберемся, от чего появляется такая вещь, как хроническая усталость. Дело в том, что наша голова, головной мозг, разум и так далее, да, они являются командующим центром. И головному мозгу, как и любому органу, для его полноценной работы требуется кислород и питание. А если первый позвонок у человека, который стоит у основания головы, если он как-то сдвинут или любым другим способом занимает свое неправильное положение, то он неизбежно будет пережимать сосуды кровеносные, которые несут кровь к голове. Очень часто я наблюдал такую вещь, что когда человек проходил процедуру, да, восстанавливал положение первого шейного позвонка, то такая вещь, как хроническая усталость, у него просто исчезала. У некоторых людей это было сразу, у кого-то в течение недели там шли изменения, да, но, как правило, это изменения, они наступали довольно быстро. И что на самом деле происходило? На самом деле, все, что мы делали, это возвращали позвонку его первоначальное положение, и кровь свободно циркулировала в области головы. То есть она спокойно приходила и спокойно выходила. Соответственно, человек, который прошел эту процедуру, он не испытывал ни кислородного голодания, ни какого-либо голодания в плане питательных веществ. Соответственно, все симптомы, которые были связаны с этим, они мгновенно исчезали. Если причина утомляемости, хронической усталости – это не хроническое заболевание, а именно вот это, о котором я рассказал, то они очень быстро и эффективно устраняются с помощью процедуры исправления первого позвонка. А я желаю вам быть здоровыми, делайте процедуру исправления позвонка, если он у вас не на месте, и до новых встреч!